Ослабленный после зимних холодов иммунитет, недостаточное количество витаминов, энергетической ценности в овощах и фруктах. Именно по этим причинам вероятность стать жертвой вирусных заболеваний в Крыму повышается с приходом весны. Даниил гуляет в этом парке каждый день по 3-4 часа. На меньшее не согласен. Нужно узнать, как дела в песочнице, проехаться с любимой горки. Друзьями новыми обзавестись тоже не помешает. Вот кто умеет совмещать приятное с полезным. Прогулки на свежем воздухе – важная мера профилактики ОРВИ. Просто одеваться по погоде, потому что если, допустим, на улице и так тепло, а вы одели там 2 свитера, и он вспотеет, даже лучше одеть его попрокладнее, потому что дети все-таки двигаются много. Также к мерам профилактики вирусных заболеваний относят занятия спортом, отказ от вредных привычек, здоровый сон. Регулярный прием душа, проветривание домашних помещений, а также влажная уборка. Так или иначе, об этом знают многие. А вот о том, как вести себя в общественном транспорте, забывают. Перила, поручни и подлокотники. 90% бактерий остается на этих местах. Паниковать не стоит, а вот мыть руки, дезинфицировать их с помощью специальных салфеток или растворов крайне важно. Особенно для тех, кому за 65. В этом возрасте болезнь протекает более тяжело. К тому же велик риск осложнения. Это тяжелые пневмонии, это обострение хронических заболеваний. Лица, которые имеют хронические заболевания, даже молодые, для гриппа очень опасно. Это сахарный диабет, ожирение, беременные женщины. Если в течение 3 дней температура и общие недомогания не проходят, вызывайте врача. Только квалифицированный специалист может поставить диагноз и назначить лечение. Стефан Филатов, Рустам Файзулин. Утро нового дня.